Бегите лес от огня. Димитровград, Ульяновская область. Бережем мы лес от огня. Значит, вырубают деревья, сучки то, что обрубают, и жгут их. Огонь в лесной и в городской зоне запрещены. МЧС и пожарные предупреждали не раз всех подряд. Ну, кому-то видно пофигу. Пожалуйста. Чуть ветерок поднимется, и все это перейдет на лес, и достаточно богатый лес, он нафиг весь сгорит. Горим. Не горим, а как дымим. Но вспыхнуть может. 2 секунды. Везде сухостой по краям, сухостой и эти. Кора березовая, сухая, и все. Это может пойти 2 секунды прямо в лес. Да-да. Вот. Дымит пока, но... Вспыхивать может. Ветер дунет, вспыхнет. Да, ветер. Чуть дунет, ветерок. Горит, да. И все. Оно потихоньку вроде тлеет, может быть, сыровато еще, но вон, пожалуйста, к нам идут уже гости. Ну, пускай идут. Вас можно, молодой человек? Будьте так добры. Фу. Вот, а вы вот на каком основании вот это сейчас жгете? Ну, дали право нам жечь. Кто дал право? Говорите прям сразу, кто дал право? Я не могу вам на это. Мы сейчас можем просто вызвать сейчас пожарных, милицию. Я и вам будем не могу на это ответить. Составлять протокол, будем составлять, на каком основании вы жгете. Я не могу на это ответить. А кто у вас старше, где-то есть кто-то? Кто я может ответить? Кто может ответить на этот вопрос нам? Ну вот как-то так. Здесь может еще быть. Ладно, там трава. Нету здесь рвов противопожарных. Надо по закону делать. Что, трактора нет? Рог сделать. У нас нет трактора, откуда у нас трактор? Значит, извините. Договор заключаете на сжигание, на все, как говорится, и по деньгам я вижу. То есть по... Кому никак не потушит. Предупредили. Пожарный уехал. Ладно. Пожарные уехали. Вот пошли, пошли. Вот видите, как работают наши пожарные. Плевали они на все. Гори лес, а ветер поднимается. Пожарных мы потеряли. Они уезжают.